Всем привет, дорогие друзья, с вами GamePlan, и это обзор на обновление Instagram, которое вышло пару дней назад. Я почему-то совершенно забыл вам о нем рассказать, но давайте исправимся и расскажем о новой функции, которая появилась. Функция называется Direct, и она позволяет вам отправлять ваши фотографии не всем сразу, то есть не выставлять их на всеобщее обозрение, а отправить только выбранным людям, и только они увидят эту фотографию и тот комментарий, который вы к ней допишете. Чтобы ей воспользоваться, необходимо нажать на новую иконочку, которая вот тут вот появилась. Она похожа на какой-то ящичек, наверное, лоток. И нажав на него, мы заходим в Instagram Direct. Здесь мы точно так же нажимаем значочек камеры для того, чтобы совершить снимок или загрузить его из галереи. Давайте что-нибудь выберем и туда добавим. Допустим, вот этот вот скриншот с Финном и Джейком. Вот так вот его выделяем. Нажимаем стрелочку. В общем, все как в обычном Инстаграме. Дальше мы применяем фильтры и нажмем «Продолжить». Теперь мы можем опубликовать эту картинку либо всем подписчикам, либо же мы можем нажать «Директ» и выбрать конкретного человека, кому мы хотим отправить данную фотографию. Например, вот так вот выбираем «Кам пивовар» и отправим ей картинку. Напишем «Финн и Джейк». Так, и где у меня «И Джейк». Надеюсь, она обрадуется, то, что я ей такую вот картинку отправил по Instagram Directs. Нажимаем «Окей». И фотография отправлена только ей. Только она увидит эту фотографию и никто больше. Также можно было выбрать нескольких человек и отправить эту фотографию нескольким. В принципе, эту функцию можно использовать и как чат своеобразный. Можно с кем-то общаться, фотографировать свои эмоции в настоящий момент и отправлять своему другу. В общем, применений может быть целая уйма. А какое применение найдете вы, это тоже интересно. Кто какие применения для этой функции может придумать, пишите в комментариях, с удовольствием почитаю. Всем спасибо, кто посмотрел данный видеообзор, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, всем пока!